Ну что, всем привет! Сегодня я расскажу вам про зимнюю заливку бетона. Сегодня у нас минус 12 градусов, вот такое в Москве лето, шутка. На самом деле, я расскажу сегодня все мифы, которые существуют про зимнюю заливку, как именно правильно укладывать бетон в такую погоду, и расскажу, насколько дороже бетонировать зимой по отношению к лету. Значит, ну, а с вами сегодня, собственно, начнем с того, что какая подготовка нужна для укладки бетона в такой период. Как вы помните, в прошлом выпуске я рассказывал, что мы здесь ставили опалубку, возводили арматуру. Сейчас же, смотрите, все, в каком все это состоянии, да, все сейчас это завалено снегом, поэтому наш сегодня самый первый этап – убрать снег, почистить, прогреть арматуру и, собственно, с этого и начнем. Поехали! Итак, самое первое, с чего мы начнем, это, собственно, подготовка самого основания для укладки будущего бетона. Ну, во-первых, не допускается для того, чтобы лежал снег, потому что снег и любая вода, которая присутствует сейчас на опалубке, и когда будет добавлен сверху бетон, соответственно, все это вступит в реакцию, и бетон уже будет более насыщен водой, что, соответственно, изменит его прочностные характеристики. Поэтому вот сейчас ребята взяли горелку, да, специальную для этого отведенную, и ходят, прожигают, ну, во-первых, нагревают арматуру, а во-вторых, выжигают полностью воду, и чтобы никакого снега не было. Вот так это, собственно, и происходит. При этом заодно я как раз и делаю ревизию, да, то есть как раз тоже хожу, смотрю почищенную арматуру, еще раз свежим взглядом проверяю. Более того, вот сейчас вот в одном месте прошелся, чувствую, как-то арматура чуть-чуть прогнулась. На всякий пожарный взяли и добавили туда еще одну лягушку, чтобы все это попрочнее держалось. Сейчас стаканчик сожжешь, смотри. В этом деле еще очень важно не сжечь сами стульчики, потому что они пластиковые, не поджечь сам пенополистирол, который, видите, у нас идет полностью по периметру. У нас также из него такие вот термовставки на балконах присутствуют. Кстати, про балконы – это вообще отдельная тема. На самом деле, все намного сложнее с ними. То есть все консольные выступающие части, их намного сложнее греть, поэтому мы будем их совсем по-другому прогревать, совсем по-другому готовить. Спросите меня, зачем же нам нужен пенополистирол сейчас? Ведь мы не собираемся утеплять никакую плиту перекрытия, никакие стены и так далее. Но на самом деле нам это нужно как раз для того, внимание, для того, чтобы утеплить плиту перекрытия, а вернее для того, чтобы бетон медленно терял температуру. Дело в том, что как раз в этом и заключается самая суть как раз бетонирования зимой. Это в том, чтобы бетон был в тепле. Дело в том, что когда он находится в тепле, то происходит правильный процесс гидратации, то есть бетон, теряя воду, вступает в химическую реакцию. И эта химическая реакция, как раз твердение, она и, собственно, заключается в том, чтобы бетон набрал нужную марку. Поэтому мы снизу греем пушками, сверху, как только заливаем, вернее, укладываем бетон сверху, мы натягиваем сверху мембрану, вот эту вот черненькую, а сверху прокладываем уже пенополистирол для того, чтобы то тепло, которое идет снизу, бетон подогревало, но на улицу не уходило. Вот мы ждали, когда приедет бетононасос, и сейчас его увидели на горизонте, как он едет. Подъехал, там что-то покрутился и уехал. Звонит телефон, я отвечаю, мне говорят, не могу проехать, блин. Представляете, вот там вот такой неудобный заезд, все машины паркуются на углу, и просто бетононасос не может развернуться, ну, повернуть вернее, потому что у него очень большая длинная конструкция. Поэтому сейчас побегу туда во двор разбираться с машинами, может быть, пропустит его как-то. Yeah, suddenly.
Помните, как выглядит богомол, да? Это такое существо с такими какими-то клешнями, да? Вот здесь вот эта ситуация мне очень каждый раз напоминает вот этого богомола. Он когда раскладывается, у него вот эти вот все хобота раскладываются, тянутся так длинно, так высоко. Ну, прям вообще, короче, эмоции всегда зашкаливают. На камере это, конечно, выглядит не так. Но вот когда ты в жизни стоишь, и просто такая громадина металлическая просто уфигачивает куда-то в небеса, это прям очень круто смотрится. Ну, а сейчас он будет, в свою очередь, соответственно, раскладываться, и мы начинаем заливку или укладку бетона, как вы поняли, так правильно произносится. Как вы поняли, сама плита перекрытия у нас утеплена полностью снизу. У нас стоят две дизельных горелки, которые, собственно, работают на полную мощность. Это 20 и 30 киловатт. Итого у нас внизу температура сейчас достигает 20-21 градус. Таким образом, все, что здесь сверху прогревается, оно течет вниз, а здесь, соответственно, у нас все сухо и комфортно. Так вот, вся фишка в том, что эта плита, она подогревается снизу, мы ее сверху утеплим пенополистиролом, накроем соответствующей мембраной, таким образом, чтобы снег и осадки никакие не попадали. А вот с балконами возникает у вас вопрос, а как же греть балконы? Ведь они торчат, собственно, они консольное нависание имеют, выходят на улицы, как же снизу мы их прогреем? Снизу же, соответственно, у нас минусовая температура. Так вот, специально для этого мы будем подогревать их тепловыми шнурами. Соответствующий теплый шнур, который прокладывается в теплых полах, да, который достаточно, ну, сейчас распространен и продается везде. Соответственно, этот тепловой шнур, он стоит не таких больших денег, но очень, очень хорошо греет, и его можно там похоронить за счет того, что он, собственно, низкобюджетный. Более того, нам нужно греть электричеством эту плиту около 10 дней, что, соответственно, отразится как бы на счетчике и на, собственно, оплате всего этого дела. Swimming in my head, I've been dreaming on the air. Gotta follow what I know. Visions in the night, captivated by the light. I'm surrounded by the glow. Всего существует достаточно много способов, как прогреть бетон для того, чтобы он набрал необходимую марку. Первый из них, это, как правило, используют застройщики вот как раз многоквартирных домов, это опускаются такие специальные электроды, подается ток, и за счет сопротивления, да, соответственно, бетон нагревается и, собственно, набирает свою марку. Но это достаточно дорогое оборудование, и как бы у нас его нет, брать его в аренду, наверное, смысла для такого небольшого здания не имеет. Значит, второй способ, достаточно распространенный, это тепловой шнур. Это когда укладывается прямо в плиту шнур. Вы его, скорее всего, этот температурный шнур знаете как теплые полы. Они бывают в матах, когда сверху настилается, бывает, когда прям шнур заливается в тело плиты, соответственно, подается на него тоже электрический ток, и он внутри эту плиту греет. Единственное, там есть особенность, сам шнур нужно крепить к низу, а не в центре плиты прокладывать, потому что тепло поднимается вверх. Значит, ну и третий способ, это такой, на самом деле, самый банальный вообще, который первый приходит в голову, это вокруг дома построить такую теплушку, создать деревянный каркас, натянуть какой-то тент и, собственно, там уже подогревать тепловыми пушками. Так вот, мы будем использовать комбинированный способ. Это греть балконы тепловым шнуром. Зальем сейчас, сделаем, соответственно, укладку бетона в плиту, таким образом, чтобы у нас уже начался процесс гидратации, да, схватывания как бы бетона, набирания его прочности. И пока мы будем, соответственно, все это дело обслуживать, снизу жарить горелки, да, для того, чтобы бетон, собственно, застывал в плюсовой температуре, за это время как раз ребята вокруг дома начнут строить ту самую теплушку, то есть поднимать каркасы, натягивать тенты, и, соответственно, к моменту, когда у нас плита застынет, у нас уже рядом будет собрана теплушка, мы переместим, значит, нагреватели сюда и уже погоним кладку, собственно, второго этажа. Вот так вот выглядит наш теплый пол, да, который мы сейчас с вами распакуем, посмотрим, что там находится внутри. Вот идет, значит, перфолента для того, чтобы крепить, она нам не нужна. И вот, собственно, сам греющий шнур. Вот его сейчас как раз мы будем прокладывать в теле плиты, и, собственно, он и будет наш греть будущий бетон. Поехали. У меня спросил заказчик, зачем вообще нужно приезжать к главному инженеру на стройку. Так вот, как раз отвечаю. Вот смотрите, приехали теплые полы. Прежде чем их укладывать в бетон, а вдруг они не рабочие, вдруг китайский теплый пол, он сдох изначально. Так вот, мы его сейчас прозвоним. Для этого и нужен, собственно, главный инженер. Замер сопротивления показал 100 Ом. Проверяем на
упаковки. В упаковке указано 25 метров, другой стороны, вот. 25 метров длина шнура. Ага. И мы смотрим по характеристикам, которые указаны на самом кабеле. Здесь указано 4 Ома на погонный метр. 4 на 25, соответственно, 100 Ом. 100 Ом. Вот как раз. Кабель соответствует заявленным характеристикам. На самом деле нужно вот так вот разматывать шнур, чтобы его не порвать, чтобы он нигде не перетерся. Его нужно вот так вот аккуратненько, ровно вставлять. Вот, я думаю, после того, как мы его вставим, наверное, ты еще раз его прозвонишь, да? Конечно. Подожди, подожди, не тащи, стой. Запуталась. У того, что мы сейчас делаем, есть одно большое преимущество. Использование теплового шнура сейчас позволит не только подогревать бетон для набирания необходимой прочности, но и впоследствии этот балкон подогревать для того, чтобы на нем не образовывалось никаких наледей. Так, ну что, кто там баллонами руководит? Сейчас он присоединится, надо будет еще разочек прогреть, и будем уже туда заливать. Специально спустились вниз на первый этаж для того, чтобы показать вам, как здесь все оборудовано. Ну, во-первых, хотел показать, что все оконные и дверные проемы у нас заделаны пеноплексом, запенены. У нас здесь находятся специальные доски с обратной стороны. Мы специально на их притянули на шурупы. Кстати говоря, что очень интересно, что, видите, конденсат выпадает, да? То есть это как раз такой мост холода, через который вся эта вода попадает вовнутрь. Ну да ладно, не об этом эта серия, да, совсем про другое. Получается, мы полностью утеплили оконные и дверные проемы, привезли две тепловые пушки 20, и там у нас в другом конце дома стоит 30-киловаттные дизельные пушки. Значит, подключили их к электричеству, включили, значит, на всю мощность. И у нас сейчас здесь температура плюс 20 градусов. Таким образом, видно, вот если посмотреть на фанеру, что сверху, когда, значит, вся водичка там находится, весь лед, все это тает и все затекает вовнутрь. Вот там по коридору идешь, там прям все в лужах, вся эта вода стекает вниз. Таким образом, чего мы добились? Подогревая, поддерживая температуру здесь, плита перекрытия, которая у нас находится сверху, постоянно подогревается, потому что тепло идет вверх, и проходя через эту плиту, как раз ее постоянно греет. Существует такой миф, в который все верят, и заключается он в том, что заказывая бетон, надо просто добавить противоморозную добавку, и, собственно, сюда приедет бетон, который можно в минусовую погоду все это бетонировать. На самом деле это огромное заблуждение, поскольку эти все присадки, которые добавляются в бетон, а также бетон прогревается на производстве, да, нужны только лишь для того, чтобы доставить бетон, для того, чтобы он не схватился, не затвердел, пока его везут. Но когда его привезли сюда, эта противоморозная добавка, она ничего толком не дает, да, потому что сейчас будет пространство заливаться, на улице минус, ну и что эта добавка даст? Все равно вода в бетоне будет кристаллизоваться, и ни одна добавка не сможет спасти бетон, когда вокруг, соответственно, холод. Для того, чтобы такого трабла не допустить, для того, чтобы бетон набрал необходимую прочность, соответственно, подогревайте бетон, или как мы снизу, или стройте теплушки, или тепловыми шнурами, в общем, теми всеми способами, про которые я рассказал, но не надейтесь на противоморозную добавку и обязательно подогревайте бетон. Вы
зададите вопрос, а в какую же температуру можно заливать бетон? Так вот, существует определенное правило, которое говорит о том, что если более плюс 5 среднесуточное, внимание, среднесуточное, то есть полагать на то, что если днем у вас там плюс 10 прекрасно, но ночью 0, то уже на это рассчитывать не приходится, потому что если среднесуточное ниже плюс 5, уже, собственно, сам процесс схватывания бетона будет неправильным. Поэтому, если даже минус 10, минус 20, минус 30, вообще любой минус, новый бетон подогреваете, то, соответственно, заливать в эти периоды времени можно. Вот так вот это все происходит, дамы и господа. На самом деле проведена с утра огромная работа. Это сейчас вот уложили тепловой шнур в балкон, да, сейчас вот прогревают какие-то, видите, остатки. И все, и уже идет теплый бетон. Вот так, смотрите, выглядит тепловой шнур. Это обычный теплый пол, по сути, обычный теплый пол, да? Вот так вот он у нас заходит. Единственное, мы когда будем заливать, мы вот это вот место соединения чуть-чуть оттуда поднимем, вот так вот, чтобы оно торчало. Вот, и все это дело забетонируем. Вот он, этот теплый шнур, видите, идет вот так вот по периметру, вот такая вот из него змейка получается. Как вы поняли, у нас началась укладка бетона, и вот сейчас на дальнем плане ребята как раз уже раскидывают поданный бетон по необходимым местам, его вибрируют. Я же, в свою очередь, чтобы проверить температуру бетона, сбегал вниз за тепловизором, его сейчас вот включил, и хотел бы вам показать, какие температуры поверхности у нас внизу, какие температуры поверхности здесь, и, собственно, сам бетон, какая у него температура. Давайте, снимайте. Так, смотрим. Видите? Значит, что показывает наш алкотестер? Он показывает, что вот бетон, видите, теплый, красненький. Ой, это мой палец. Вот, он теплый, но по температуре я смотрю прям очень мало. То есть, ну давайте ближе подойдем. Возможно, просто какая-то погрешность. Сколько показывает у меня? 23,2. 23,2 показывает? Да. Так, понятно. Значит, я уже мертв. Значит, надо его как-то настроить. К сожалению, у нас тепловизор сейчас не настроенный, но чтобы вам быстро показать и наглядно это все выглядело, я его включил. И вот смотрите, наводим на бетон. Наводим на бетон. Видите, он красненький, арматура синяя, да? То есть если даже невооруженным взглядом видно, что вот если наведя на арматуру, она минусовую температуру имеет. А сама фанера внизу, видите, она прям ярко-ярко красная, что в принципе по шкале видно, что это хорошая положительная температура. Вот, поэтому, собственно, эксперимент удался. Мы как раз наблюдаем с вами то, что бетон снизу будет подогреваться, да, через фанеру тепло, которое идет от наших пушек, оно будет проходить вверх, подогревать этот бетон. А сверху мы, соответственно, сейчас вот чуть-чуть еще зальем буквально там 5 метров, расстелим сверху мембрану, утеплим ее, таким образом не дадим теплу уходить вверх. Таким образом бетон будет всегда стоять в тепле и будет набирать необходимую прочность. Купили сюда специальную такую гидроизоляционную мембрану, не пленку. Почему? Потому что пленку, если мы бы расстелили, она была бы нами использована один раз, и все, мы бы потом ее выбросили. А как бы хочется деньги заказчику сэкономить, тем более это мой друг,
Олег, привет. Вот. Поэтому мы ему купили вот такую гидроизоляционную мембрану, которую мы сейчас раскатаем здесь, утеплим. И после того, когда плита уже полностью застынет, наберет свою прочность, мы эту всю конструкцию разберем и эту мембрану по весне будем уже использовать на отмостку. То есть это как бы по сути вторичное использование материалов, как того теплового шнура, так и этого, этой мембраны нам позволяет не переплачивать деньги за зимнюю стройку. Все эти вещи, они экономят деньги, поэтому экономьте и вы. Так, ребят, ну и, собственно, самая движуха. Я же вам обещал показать, что у нас будет. Значит, смотрите, мы залили или уложили, правильно сказать, бетон. Вот сейчас до сих пор бетон поставляется. Бетон провибрировали, разровняли. И сейчас его там уложат форпырышками вниз, для того, чтобы можно было это в дальнейшем снять и потом повторно использовать по весне. Я вам показал, по какому принципу происходит укладка бетона в зимний период, когда высокие минусовые температуры. Значит, вы увидели, на что мы попадаем, да, мы попадаем на слаженную работу, на то, что пока бетон еще приехал теплый, его нужно не сразу же укрывать, его нужно сразу же утеплять, его нужно подогревать, пока он не остыл, пока процесс, значит, кристаллизации воды не начался. Но в конце хотелось бы заключительную черту подвести, все-таки можно ли заливать зимой бетон? На самом деле можно, и смотрите, сколько это получается по финансам, в отличие от того, если бы мы заливались, допустим, в летний период. Я насчитал порядка 100 тысяч рублей. Значит, первое, это мембрана, вот эта вот черная мембрана, которую мы укрываем, ну или любой другой полиэтилен, нам обошелся в 15 тысяч рублей. Тепловой шнур нам обошелся в 10 тысяч рублей, которым мы утепляем два балкона. А дальше нам пришлось купить пенополистирола, которым мы заделали все окна, двери, и, собственно, будем сейчас укладывать его наверх. Обошелся он порядка в 65 тысяч тоже рублей. То есть достаточно такая самая дорогая позиция. И самое главное, самое дорогое, то, что это просто выбрасывается на ветер, это дизельное топливо. Дизельное топливо у нас уходит около 3000 рублей в день, 3000 рублей в сутки для того, чтобы подогревать, собственно, этот бетон. Нам понадобится минимум неделя это греть. Таким образом, 21 тысяча рублей у нас уйдет просто в небо, да, просто в воздух, в дым. При этом я хотел отметить, что все растраты, связанные с полистиролом, с мембраной, они все уйдут в следующий год. Таким образом, это деньги не выброшенные просто так, они уйдут дальше в стройку. Итог такой. Все-таки в зиму строить нежелательно, но если припирает и есть такая необходимость, то не бойтесь, стройте. Все, что вам для этого нужно, это слаженная команда, продуманный план. Ну, а я, в общем-то, с вами прощаюсь, и мне уже пора лететь. Пока-пока! Поехали! Все перенесло нормально. Самочувствие, отличное настроение, бодрое.